Товарищ майор. Да. Я поймал преступного авторитета. Да ты что? А кого? Я их всех знаю. Гарик Клык, как он сам представил. Гарик Клык. Ну-ка, заводи. Давай. Игорь Алексеевич, да что же это такое-то в конце-то концов? Ну сколько можно-то, а? И главное, с новым псевдонимом опять, а? В прошлом году что у нас было? Славик Бакинский, да? В позапрошлом Миша Мадьяр, да? Сейчас почему Гарри Клык-то? Гарри Клык, пою для воров и барыг! Игорь Алексеевич, давайте поспокойнее, я прошу вас, ладно? Игорь Алексеевич? Игорь Алексеевич Зубцов, начинающий шансонье. Вор-теоретик. Каждый год пытается проникнуть на фестиваль «Шансон года». А сюда к нам за вдохновением приходит. На этот раз все серьезно, начальник. Мокруха. Чего? Да он в рыбном отделе карпа стащил. Ну, плюс еще морковку, картошку, лучок. Уху, что ли, собрались делать, Игорь Алексеевич? Ну, не ваш уже баланду жрать. Что такое, сердце? Да нет, вдохновение снизошло. Где гитара? Где в прошлом году оставили, там и возьмите. Дайте! Я из мякиша сделал церквушку, в ней свои грехи замолил. И крошек синицам подкинул в кормушку, а после одну завалил. Синицы слетелись на теплое тело! Тихо! Игорь Алексеевич, я прошу вас, тихо. Разошелся, как шов на лампасах. Да судя по его песням, он наверняка сидел. Сидел. Вот тут вот он сидел. 2 часа посидит, альбом напишет, и до встречи через год. А! Песня для тех, кто любит волю. Подкопчик! Зарамсили как-то мы с авторитетом. Леха гномик низкорослый был, по лодыжке меня бил, за колено укусил, а потом перо под копчик засадил. На воле бывают такие ребята! Я прошу, Игорь Алексеевич, ну сколько можно-то, ну? Я думал, про тюрьму там, про побег будет. Да какой там? Единственный его побег — это побег от кассы до дверей в супермаркете. И то двери открыться не успели. Он головой ударился и стек. Его вообще не мы первые забрали, а скорая помощь. Товарищ майор, может, мы отпустим его? Ну, попробуй. Пытать будете, волки, позор. Да какой там пытать? Мы же вас к батарее не привязываем. О! Менты привязали меня к батарее! Не говори ему ничего, пожалуйста! Ну зачем? Ну зачем? Не говори ему ничего! Ты видишь, он так песни свои пишет. А потом к нам проверки ходит, Игорь Алексеевич. Сидорчука из-за него уволили. За что? А! Меня прессовали 14 суток, по морде мне били, мне несколько дней. Но самым ужасным в том страшном участке был младший сержант Сидорчук Алексей. Накинул на шею зарядку! Хватит уже, ну не стыдно вам? Ну что вы делаете-то, а? Зарядку, ну какую зарядку? Накинул на шею зарядку! Какую зарядку-то? Бесстыдник вы, Игорь Алексеевич. Ну просто бесстыдник и все. Сидорчук просто его по плечу похлопал и сказал: Игорь Алексеевич, я надеюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. Ушел шлягер. Вы зачем так делаете, а, Игорь Алексеевич? Я вас спрашиваю сейчас, зачем вы так делаете? Но в конце концов, вы же служите учителем пения в школе, где мой сын учится. Но в конце концов, вы же уважаемый человек. А я хочу быть неуважаемым, а авторитетным. Так какая разница-то? Голубчик, разница очень большая. Вы понимаете, что в школе 20 тысяч рублей в месяц? А она в шоу-бизнесе, извините, 20 тысяч долларов за концерт. Ну так если у вас в шоу-бизнесе все так хорошо, что же вы из школы-то не уволитесь? У меня там кореш чалится! Какой кореш? Хомяк! В красном уголке 10-й школы за решеткой срок мотал хомяк. Был он честный фраер, не терпила. За щеками он держал общак. Каждый вечер он мечтал о воле, там, где ждут его жена и сын. Но у хомяков полигамия, братишка, и его жена уже с другим.
Игорь Алексеевич, мы больше не можем это слушать. Вы уж извините нас, пожалуйста. А! Я ясные дни оставляю себе. Не стыдно вам, Игорь Алексеевич, а? А! Я ясный, это даже песня-то не ваша. Как необычно, вор песню украл. Ну хорошо, хорошо, давайте договариваться с вами. Давайте вот я вам для вашего вдохновения вот дело раскрытое архивное дам. Ну вот это, например, вот. Грабеж с применением насилия, совершенной группой лиц по предварительному сговору с отягчающими обстоятельствами. Это же уже поэзия, Игорь Алексеевич! Осталось только зарифмовать. Берите, берите, идите, пожалуйста, идите. Я надеюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. До свидания. Увидимся в ноябре. Да почему в ноябре-то? Да потому что я стану знаменитым и спою для вас на дне. Милиция. Тот грабеж был с применением насилия, совершенный группой гадких лиц.